Всем привет, я Саша, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем делать нежные и вкусные ванильно-лимонные капкейки. И знаете, это самый простой рецепт. Следите за руками, поехали! Не забудьте разогреть духовку до 165 градусов и подготовьте форму для маффинов с бумажными формочками. Как я и сказал, это очень простой рецепт. Требуется всего 2 минуты на приготовление теста. Окей, нужна еще 1 минута для того, чтобы поместить все ингредиенты в чашу для смешивания. Итак, размягченное сливочное масло комнатной температуры, яйца. Кстати, все ингредиенты лучше брать комнатной температуры для идеального результата. Немного молока. Лимонная цедра. Нужна только самая верхняя желтая часть. Конечно, ванильный экстракт. Для солнечности капкейков добавим молотую куркуму, буквально щепотку. Сахар, пшеничная мука, можно использовать муку для кексов, разрыхлитель и немного соли. Используя миксер, взбиваем все на средней скорости около 2 минут, до светлой гладкой массы. И это все! Раскладываем тесто по бумажным формочкам. Выпекаем около 25 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой. Минут 5 даем отдохнуть форме, затем оставляем полностью остывать на решетке. Как только кексы полностью остыли, идем дальше. Помните лимонный курд, который совсем недавно делали? Ножом срезаем кружки с верхушек кексов и немного выскребаем изнутри. Затем заполняем их лимонным курдом. 1 или 2 чайных ложки на каждый капкейк, сколько хотите. Для крема сверху сегодня мой выбор La Crème Chantilly. Все, что нужно, это сливки, очень холодные жирные сливки, сахарная пудра и ванильный экстракт. Взбиваем все с помощью венчика или миксера до пиков. Не перевзбейте, а то получите ванильное сладкое сливочное масло. Отсаживаем крем на кексы с помощью кондитерского мешка. Добавляем немного лимонной цедры сверху. И также можно добавить крохотные шоколадные яйца для весеннего пасхального настроения. Только посмотрите на этот идеальный капкейк. Он пахнет просто прекрасно. Ваниль, лимон. И он такой вкусный. О май гад. La Crème Chantilly однозначно правильный выбор. Так нежно, так рассыпчато, так вкусно. Немедленно бегите на кухню, вам срочно тоже надо. Это же прям как гнездо с этими яйцами. Там даже сюрприз внутри. Такой легкий, воздушный. Это потрясающе. Он такой легкий, такой нежный. Как облако. Такой нежный, очень вкусно. Amazing. Список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на канал. До встречи. Пока-пока.